Всем привет! Сегодня 13 марта. Вот вылетели птенчики. Там есть у меня еще, которые в гнезде. Вот этих родителей уже кормят. Вот. Сейчас посмотрим, что там в гнезде у них. Так, кормят их. Так, вот три гнезда. Здесь у меня еще птенцы вылупились. Сейчас мы посмотрим. Так, первый домик. Тут у меня желтая пара. Самка и самец желтые. Вот четыре птенца. Подросли уже. Вот такие крокодилы. Тут у меня от природников. Вот три птенчика. Тоже взросленькие. Ну, с этими небольшая разница. Тут-то от желтой пары. Вон сидит самочка. Там птенчики. Они только недавно вылупились. Шипит там. Сейчас я ее постараюсь вернуть, чтобы она не вылетела. Не хочет даже вылетать. Вот, четыре птенца. Вот желтой пары. Ну сколько, наверное, дня 2-3. Только вылупились. Вот такие вот крокодильчики. Ладно, закрываем. Вот здесь они. Самочка кормит. Их папашки прилетели. Ну так кормят птенчиков родители. Ну так вот родители кормят. Вот самочка капусту грызет.
дал яйцо им с морковкой. Вон эти мальки уже бегают, там тоже пытаются что-то подклевывать. Вот уже и корм вроде такой, что-то там дрыгать начинает. Но взрослые все равно их кормят. Тут у нас самцы все линяют, линяют, никак не долиняют. Здесь у нас самочки, тоже тут разнобой по времени, кто-то перелинял, кто-то еще в линьке. Самчишки тут построились в ряд. Самчишки тут все спускаются на обед. Молоденький катается на качельке. Птенчик. Грызут нитки всякие.
вкусом капуста. Там самочки спустились. Там полезли кормить. Ну, по очереди летает то одного, то другого. Вдалеке там. Ну, в общем, вот так они и подкармливают. Ну, а на этом все. Всем пока.